Моноблок Lenovo. Показываю внешнее состояние. Имеются потертости. Тыльная сторона моноблока. Два USB порта заняты, два USB порта работают. Еще боковой интерфейс под наушники и под 2.3.0. Сейчас продемонстрирую работоспособность моноблока, к Wi-Fi подключено, сеть ловит. Пробовал. И что, не помогает? Нет. Проверка звука. Технические характеристики. Intel Celeron. N3050, 4 гигабайта оперативной памяти. Видеокарта стоит встроенная, интегрированная. Точная модель видеокарты. Битых пикселей на мониторе нету, все работает стабильно. Жесткий диск объемом 220 гигабайт.